Всем привет, дорогие друзья, с вами Дарди, добро пожаловать в игрушку в Драй Стик. Драй Хит, сори, я проиграл. Что тут нужно сделать? Давайте сообразим. Так, продержаться время. Окей. Когда все начнется? А, нет, мне надо было кататься, да, видимо. Собери все флажки до истечения времени. А, вот он, первый флажок. А, поздновато. Окей. Я сейчас соберусь и все сделаю. Так, первый есть. Второй. Третий. Так, немножко назад. Вперед. А, не успел. Ну, в принципе, я понял. 10 флажков мне проблематично взять. Если бы еще тачка была крутая. Так, ладно, вот он, первый. Первый есть. Второй. Так, осторожно. Третий. Четвертый. Я не вижу пятый. Нет, да не может быть. Зачем его так сделали-то далеко? Блин. Это было сложновато. Так, ладно. Вот он первый. Ау. Я это не очень машинкой умею управлять. Ну, все-таки два собрал. Вот, хороший. Так, раз. Два. Три. Так, тут надо сосредоточиться. Четыре. Как время быстро летит. Так. Потыч. Вот чаще бы вот это выпадало мне. Так, раз. Два. Я должен это сделать. Я должен это сделать. Три. Четыре. Пять. Так, теперь смотрите, сейчас летим. Вау. Отлично, отлично, отлично. Ну, почти что уже. Уже лучше, ребят, уже лучше. Так, продолжим. Так, первое. Второе. Со временем все равно учишься играть. Третье. Четвертое. Пятое. Так, а вот шестую будет сложно взять. Так, шестая. А, время. Не успел. Ну, в принципе, я все равно собрал. Это надо делать очень быстро. Так, раз. Два. И хороший шанс, чтобы потренироваться, ребят. Будем учиться. Так, вот она, раз, машинка. Вот она, два. Давай, три. Четыре. Пять. А, блин. Давай разгонимся. Отлично. А, не успеваю. Тут немножко проблематично у меня. Получается. Так, раз. Два. Чуть-чуть застопоришься, все. Придется играть заново. Сложное задание. В драйхит. Так, раз, два. Так, надо назад ехать. Вперед. Вперед. Так, тут нужно немножко собраться нам. Отлично. Ну, тут не успеваю, не знаю, в чем дело. Так, раз. Два. Отлично. Тут я не знаю как. Тут сразу... Сразу не сообразишь. Ну, нужно явно разогнаться было. Так, ладно, сложное задание. 10 флажков нужно взять. Это реально, это нелегко, ребят, я вам говорю. Можете сами попробовать. Так, ну тут я не знаю, как мне извертеться, чтобы взять этот флажок. Сложновато. Хорошо, сначала мы легко собираем. Раз. Два. Так, тут немножко вот. Три. Тут посильнее разгонимся. Четыре. Так, тут надо успокоиться сначала. Блин. Все, хорошо, я примерно понял. Так, вот она, раз. Слишком резвая машинка.
Так, два. Три. Так, тут осторожно, чтобы разогнаться. Нужно назад, назад, назад. А потом резко вперед. Все, я тут не учел этот момент. Потом надо вперед. Ну, я уже понял. Уже понял. Так, раз. Два. Блин, ну как так можно было лохануться? Так. Так, отлично. Так, тут не гоним слишком сильно. Лучше бы у меня другая машинка была. Это сложновато, реально. Вот то я уже привык. Так, раз. Вот зря задержался, это, конечно, плохо. Раз, два. Три. Четыре. Пять. Ну что ты не разгоняешься? Да куда ты упал? Куда? Нельзя было туда падать. Ребят, это... Это вот здесь я немножко. Так, раз. Два. Три. Так, четыре. Тут надо разогнаться. Да уж, печально. Ну, уже лучше, все равно уже лучше. Так, раз. Два. Так, три. Четыре. Пять. Два, разгоняйся. Шесть. Семь, восемь. А, и вперед ехать. Берешь и реально реешь просто вперед. Вот девятую я не знал, как собрать. Ладно, это я понял. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Так, собираем шестую. Разгоняемся. И финиш. Финишируем. Фу, это было здорово. Зарабатываю много золота. Это за сентябрь. Можно реально за август прийти. А, блин, я бы и за август сделал. Но как-нибудь в другой раз. Давайте повозьмем какое-нибудь классическое задание. Хочу в классическом задании выиграть. Выберем карту, допустим. Да, давайте тебя выберем. Выберем машинку свою. Мне вот это нравится, в принципе. Ну, давайте повоюем немножко. Ну как ж. Отлично, одно очко мое. Ну давай, не расслабляйся. Так, отлично, как я его. Так, здорово. Вау, куда ты улетел? Он сейчас приземлится на меня. Так, ладно, ничего страшного. Вау. И куда ты хочешь? Упасть? Нет, только не на меня. Он оказался проворнее. Блин. Да что ты будешь делать? Нет, это плохо, это плохо. О, он упал. Отлично. Я выиграл. Я справился. Я молодец. Фуф-фуф-фуф. Нифига себе. Кокосики. Отлично. Блин. Нифига не отлично. Он меня выиграл. Это плохо. Плоховато. Ну как ж. Можно его пихануть немножко. Он же лицом укнулся в... А... Он просто Шумахер. Да. Он лицом... окунулся в лаву. Это было жестоко. По идее, он должен был сжариться там, сгореть в огню. В огню. Так, ну уже падай. Ты сможешь. Проиграй же уже, пожалуйста. Отлично. 4-3. Мы молодцы.
Ой, он сейчас за пределы выйдет. Колесо, нифига себе, колесо отворилось. И прямо у меня в голову. Блин. Черт подери. Да. Победа была так близка. Ежедневная награда выиграть два матча в классическом режиме. 140 дают монет, это неплохо. Так. То что будешь делать? Кыш отсюда. О, нет, лава. Нет. Я сейчас сгорю. Мне уже покрышки дымятся. Давай. Ау. Как ему удалось выжить? Это было... Ну, молодец, да. Это было бесподобно. Так, куда ты приземлишься? Да. Замечательно. Чудно. Сразу мне победу присудили. Он просто куда-то улетел. Так, отлично. Разгонимся. И где я? О, чуть не ударился. Так, что он хочет сделать? Сейчас мы на него навалимся. Ну-ка отсюда, кэш. Мы его не пустим. Он утонет в лаве. Смотрите, он не хочет, он хочет выжить. Как же мне тебя жалко. Пока уже. Смирись со своей судьбой. Отлично. Вот там лава посыпалась. Я даже не заметил. Ну как ж. Малявка. Ты дышишь прямо колесом. По голове. Так. Вау. Неужели победа? Заберем выигрыш. Конечно, заберем. Так, большая награда. Это изумительно круто. Да, это было здорово. Новое ограниченное по времени предложение. Ага, насколько это? До 31.10. До 31.10. Так еще времени очень много. Есть хороший шанс приобрести, ребята, я приобрету, если вы мне поддержите пальцы вверх. О, комплект новичков. Шлем, автомобиль, арену и 15 тысяч монет. Один день будет. Возможно, купим, посмотрим. Это все зависит от вас, от ваших пальцев вверх. Ну что ж, я с вами прощаюсь, с вами Ларидий. Всем до скорого, хорошего настроения и пока-пока.